здравствуйте, с вами Камиль, и мы продолжаем прохождение Киберпанк 2077. Осторожно, дамочка, стой! Офигеть, какой-то бешеный мотик. Вот, в прошлой серии мы неплохо подрались с местными боксерами, так сказать. Там был интересный парень, так музыку вруби. Как пробить музыку? Почему музыка на мотике не выключается? Это какой-то мотик неправильный, это мотик какого-то поехавшего меломана, ё-моё. Давайте быстрее приедем. Вот он вот, да, реально. Вот, мы дрались с прикольным чуваком, у которого сознание было распределено на два тела. Так, он объединил сознание, имплант объединил сознание двух близнецов. Так, мне кого-то нейтрализовать нужно, правильно? Все, все, встаем. Так, окей. 5 метров, давайте потихонечку продвинемся сюда. Здесь что-то есть. Житель Найт-Сити. Луджари. Данте Уэй, что скажешь? Что, холодновато? Могу тебя согреть. Не, спасибо. Так, ты кто? Кристен Клей, гражданский. Знаешь, кто такой Джатара Щоба? Абсолютный психопат. Пытает кукол, снимает это на видео и продает таким же уродам. Кукол, наверное, проститутки, да, местные? Шельмы наконец его отследили. У тебя есть возможность воздать этой гниде по заслугам и заодно немного подзаработать. Все подробности. Слушайте, давайте такой челлендж, попробуем подобраться к нему. Поближе и снести башку из двустволки. Тип заказа, нейтрализация, цель Джатара Щоба, 44 года, американец японского происхождения, происхождение клуб Хо-Хо-Ох на Аллен-стрит. Описание. Хочешь сделать себе доброе дело, заодно подзаработать? Разберись с Джатара Щоба. Этому выродку давно пора устроить темную. Он из тигриных когтей. Садистый подонок, который снимает черные вирты. Кто знает, то ли его просто заносят, то ли ему реально нравится, как орут люди, которых пытают. Я думаю, что второе. На нем висит как минимум 17 убийств, и это при том, что наша дорогая полиция редко считает пропавших проституток. Другое дело шельмы. Их нетранеры сложили 2 и 2 и в конце концов нашли студию Джатара. Джотар. Оказывается, от выблядок снимает свои вирты в клубе Хо-Ох в Кабуке. Шельмам туда хода нет, так что нам надо их выручить. Найди этого Джотара и положи конец его режиссерской карьере. Это мы можем. Вымогатель, да? Там еще один. Просто мимо проходим. Наверняка есть альтернативный ход тут еще. Правильно? Красный цвет показатель означает, что уровень критерий слишком низок для выполнения действия. А, открыть силой? Понял. Что можно сделать? Снова до балансовки колес. Да ладно тебе, нормально все. Кто такой? Хорош базарить. Я тебя прикончу. Да хорош! Да и нормально, блин, скрытно вошли. Скрытно не получилось. Так, ну все же, вроде, да? Какой-то матик. Стоят врагов, понять тревогу, гражданских пасть панику от одного только лязга. Да, блин, я понял, скрытности не получилось. А слушайте, давайте, наверное, грузанемся, я что-то не совсем понял, как это работает пока мест вот. Так что, попробуем именно есть все дела, ба? Надо понять, как там надо... понимать, что наш присед очень медленно вызывает подозрения, поэтому я понимаю, почему это так медленно происходит, потому что, ну, для прохождения в стиле Deus Ex здесь пришлось бы очень сложные уровни делать, я думаю. Знаешь, кто такой Джатара Щоба? Абсолютный психопат. Пытает кукол, снимает это на видео и продает таким же уродам, как он сам. Давайте-ка, может, мы штурмовухи возьмем себе, допустим, какой-нибудь нож?
допустим, катану. Ну-ка. Топор, допустим, мы будем в лицо бить. Урон 25, урон 34. Сюда вот возьмем, вот так вот, шик. Конец его отследили? У тебя есть возможность воздать этой гниде по заслугам и заодно немного подзаработать. Все подробности в письме. Так, у нас есть. Вот чувак стоит. Может быть, обнаружен, может быть, обнаружен. Прекрасно. Вон пацуан. Вот пацуан. Как его отвлечь, кстати? О! Ворота, это... И вон чувак, да, наверху? Через верх можно залезть сюда, да? Правильно? Окей. Ну-ка, а у нас есть локальная карта как бы от этого тела? Видимо, нет. Но можем пробовать залезть наверх при помощи обычной лестницы, правильно? Давайте действовать осторожно. Сколько технического умения? 5 из 6 что-то требуется. Ну ладно. Так, залезть выше. Наверное, можно дверь открыть, да? Это 5 из 6 что требуется? Это 5 из 6, это, кажется, техника, правильно? Не выполнено. Нойс. То есть мы здесь пролезть не можем в теории, правильно? Все-таки можем. Не, все-таки можем. Приятно. Так, мы здесь по трубе можем сверху пролезть. Пошел Deus Ex, пошел. Так. Что такое? Контейнер. Какой контейнер? Можно скан сделать, пожалуйста? Что это такое? Ладно. Так, забрались на трубу. Блин. Чего не было? Вот просто, ну почему на среднюю мышь идти колотить? Ладно, пойдемте. Здесь мы никого не ранили. Сейвимся. Бегаем к ним. Местные тут уже везде ходят. А, от кого-то пытают. Я понял. Понял. А, гранат еще восстанавливается, лель. Есть кто рядом, ребятки. Вопрос в том, как можем пролезть внутрь. То есть, допустим, можем спрыгнуть сюда, правильно? Если мы еще пойдем. Давайте вот проверим, как скрытность работает. Сможем мы ему голову снести так, чтобы нас не заметили? Что если мы его отвлечем, зайдем сзади и бахнем по нему топориком по голове? Допустим, вот опять. Давайте, вот нам, мы пока тренируемся, поэтому свободно все делаем. А, стоп, он не до конца взломался, да? А, ему плевать, я понял. Давайте вот засейвимся, пробуем. Что-то я не понял, почему все-таки выстрел из глушака работает. Ну, давайте загрузимся, попробуем еще раз. Какое-то чудовище.
Просто нужно понять, как работает механика, чтобы нормально ее использовать. Это я хочу быть пиком мега скрытным, предположим. Или максимально скрытное, только оружие убийство в ближнем бою, либо же, допустим, нейтрализация быстрая. Тихо. Можем все пролезть? Не можем, да? Давайте еще посмотрим, может это есть спуск в клуб. Какой-нибудь. Поиметь. Интересно, можно метнуть топорик? Мне кажется, это будет достаточно скрытно. Это именно что охотница, да? Так капец ты резкий! Ладно, давайте еще грузанемся. Пока тренировки, пока пытаемся сориентироваться, как это работает. В общем-то, не проблема. Окей. Если миса пахнет как миса и выглядит как миса, это плохое миса. Прячьте гибкость, проскальзывайте под пулями, прячьтесь и прокатывайтесь мимо врагов. Делайте все, чтобы не получить урона. А, ну да, от подвижности вроде как раз таки зависит уменьшение урона тоже. Это я думаю, есть ли еще какие-то варианты захода? То есть у него еще бдительность, он замечает очень быстро. Я зря жаловался. Сюда запрыгнем, потом сюда запрыгнем. Здесь у нас еще варианты входа. В этот клуб. К нему здесь деньги. Кайф, мы выжили. Отлично. Чувак из NUPD. Тут дверь не открывается. Мы по сути спрыгнули вниз, да? Но тот чувак, кажется, ушел один, правильно? Пробуем еще раз. То есть чувак ушел, и мы можем. Все сделать заново, правильно? Ну куда он идет? Может, получится вырубить одного, потом сразу вырубить второго. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, хватить. Быстренько разваливаем. Хорошо, сейф-гейм. Возможно, я зря пытался через крышу пролезть. Так, тело нужно унести отсюда. О, имит Влад Фьюрич, прекрасно. Так, как его сбросить? На R? На F? На R? А блин, как тебя положить, родной? Как бросить тело? На что? Тимур, уронить хелп. Как бросить тело? Я не могу бросить тело. Прекрасно. Отличные новости, господа и дамы. Нам нужно, найти место, куда бы его сбросить, правильно? Это что за подстава, киберпанк, слышь? А, о, контейнер. Слава богам, блин. А что если у меня... Ну... Давайте напишите в комменты, кто знает, как положить тело. Так, мы зайти сюда не можем. Я не могу его почему-то бросить, мне кажется, это какой-то косяк. Ну-ка, давайте на настройки зайдем. Смотрим управление быстренько. Так, не то. Пресска клавиш. Следование бой. Оружие, кулаки, выстрелить, передать оружие. А, кьют, наверное, удар в режим бою, кстати. 7 имплантов Е, ПВ-устройство, расходуем предмет, просканировать, зажать.
взять телефон, радио, диалог, фоторежим, главное меню, окей, транспорт пофиг, интерфейс. Может, где-то... Где-то вот здесь, да, кажется, может было? Нет, не журнал, а... Да, блин. Пока я мало что понимаю, да. Это факт. База данных, во. Бой. А, скрытность. Враг пытается водить с вашего захвата, со временем преуспеет в этом. Скорую враги, значит, знаком с черепа вырывается быстрее. F нажмите, чтобы его бросить. Мне кажется, у меня что-то сломалось с этими телами. Здесь сесть мы не можем. Так, и что? Так, ага, вот что есть. Что это? Буря. Магнитный револьвер. Предметов. Билеты на концерт доступны только для лиц с кредитом. Без руки чувак какой-то. Несчастный случай, поможет на тебя напали качи. Могли бы залезть через дверь, да. О, что это такое? Журнал «Переживи». Номер 4. Статья приглашенного редактора. Авторы брейнданса всегда стремились найти золотую середину между аутентичностью и чистотой ощущений. Еще во времена первых брейндансов, когда только-только была изобретена технология передачи ощущений от мозга к мозгу, монтажеры выяснили, что ясность записи обеспечивается глубокой чисткой и упрощением абстрактных связей. Со временем о золотой середине почти забыли. Создатели современных брейндансов жертвуют естественностью ощущений, чтобы обеспечить их чистоту. Более того, для некоторых она стала главным признаком качества. Но что если в погоне за стерильностью мы забыли истинную цель, которую преследовали изобретатели брейнданса? Что если из-за фильтрации ощущений мы скоро начнем получать от виртуальных фильмов такой же скудный эмоциональный отклик, как от телепередач и видеоигр? После просмотра недавно вышедших брейндансов на своем визоре мне стало ясно, что эти вопросы уже нельзя назвать сугубо теоретическими. Давайте на секунду задумаемся, почему все больше людей приобретает на черном рынке нелицензионные записи, так называемые черные брейндансы. Неужели их действительно привлекает только запрещенное содержание? Или все-таки дело в том самом остаточном шуме, от которого так усердно избавляемся мы, монтажеры? Отвлекающие мысли, неуместные воспоминания, сбивающие с толку ассоциации, неожиданные эмоции. Возможно, эти элементы играют гораздо большую роль, чем мы привыкли думать. Может, именно в них заключается разница между хорошим и великолепным брейндансом? Нам следует найти ответы на эти вопросы, пока погоня за чистотой брейнданцев не превратила эту технологию в пустышку, которой нет места в истории кинематографа. Дж.А. Переживи. Ежеквартальный журнал для монтажеров брейнданцев, любителей и энтузиастов. Декабрь 76 года. Нет. А можно отменить это? Спасибо. Я вижу только Громилу. Что он умеет? Там гранат, маскирующий чернила. Прекрасно. Продолжаем по-тихому разваливать. Смотрим, что дадут за пацифиста, если мы сможем пройти за пацифиста. Угу, копперхед. Стандартная штурмовая винтовка. Прикольно. Ну-ка. Как выглядит? А. Умбра, копперхед как эмочка больше, да? Так, еще одна запись. Зеленая смерть. Побитый жизнью мужчина в дряхлом балахоне, испытующий смотрел на молодого кочевника. «Ты тоже меня пойми», — произнес он. «Я не против незваных гостей, но тот, кто живет в пустыне один, имеет право на неудобные вопросы». Мальчик не ответил. Он с явной тревогой смотрел в окно, будто ждал увидеть в ночном небе клин боевых дронов. «Я убегаю!» – пробормотал он после недолгой паузы. «От зеленого фантома! Он следует со мной еще с Yellow Creek!» Старик не шевелился, но уголок его губ еле заметно дернулся. Он явно знал больше, чем говорил. «Не бойся!» – мягко сказал он. «Зеленый фантом охотится только за отпетыми преступниками. Если в том сердце найдется место раскаянию, он тебя простит!» Мальчик вдруг оскалил зубы в наглой ухмылке. «Ни в чем я не раскаиваюсь!» «Не замыкай мне мозги, дед! Ты о нем ни черта не знаешь!» «Ну как же! Я один раз встречался с фантомом!»
Юный кочевник на миг широко раскрыл глаза от удивления. Он хотел было что-то спросить, но передумал. «Уже поздно», — заметил старик. «Ты устал, тебе надо поспать. Соберешься с силами, побежишь дальше, если захочешь. Сегодня мой дом, твой дом». Мальчик молча пересек комнату и открыл дверь в крохотную темную спальню. Чтобы не запнуться, он включил инфракрасное зрение и тут же замер на месте. В кровати лежал труп. Мальчик подошел на шаг ближе, чтобы его разглядеть. Лужа остывающей крови, неестественно вывернутые морщинистые руки и пустые мертвые глаза старика, с которым он только что разговаривал в соседней комнате. На стенах заплясали зеленоватые блики. Мальчик почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной. «Если ты ни в чем не раскаиваешься», — прошипел холодный, бесстрастный голос, — «тогда зачем бежишь?» После этих слов мир юного кочевника погрузился во тьму. Прикольно. Покарал пацана. Атунный Сергий, кофе. Класс. Много терминалов, всякого разного. Тут у нас есть что? Точка доступа. Можем ее ломануть? О, давайте. А, можем? Кажется, можем. Давайте поучаствуем. 1С, правильно? То есть последняя заправки. 1С Е9 БД. Это языка скрипты и их документацию. 1С. Потом Е9 нужно. 1БД. БД. 1С, Е9, БД. Прикольно, что мы извлекли. Скрипт Реманг, 16 компонент скриптов, уровень 2. Клево. А где можно посмотреть скрипты? Здесь? Во. Вайн врага туда, где вы находитесь в состоянии тревоги. Классно, это можно сделать. Чего не поставить его? Суан отдыхает. Блин, я еще пробую поднять. Я надеюсь, смогу его сбросить. Вроде на F бросать. Блин, ну серьезно? Контейнер заполнен. Прекрасно. Тогда еще раз попробую перезагрузиться. Итак, проверим. Да, сбросить тело на Q, как ни странно. Почему на Q, не знаю. В общем, это, видимо, тоже один из модов. Давайте двигаться дальше. Кажется, ничего нет. Ага, ага. Это бармен гражданский. Понял. Это нифига не гражданский. Пользованный инжектор. Ну-ка, давай-ка попробуем ему отправить скрипт. Сейвимся. Сейчас. Ты меня видел, эй? Меня увидел бармен? А как? Я думал, ему только в голову этому чуваку отправил скрипт, нет? Класс. Все цели стелс-раннера провалены. Замечательно. Загружаемся. Короче, прям, блин, ну тут понятно, пока мы, короче, тестим все это дело, я буду грузиться, потому что, ну, чтобы понять, как это работает, а не просто лажать. И приманка работает, в общем, вообще на всех. Ты не только ему в голову загружаешь, ты, в принципе, шум, видимо, подаешь. Я не хочу с ним дальше сталкиваться. Призрак, я не пацифист, пока можем все это сделать, делать. Ага. Вот это мы вовремя пролезли. Так, ну гражданский нас вроде трогать. А, стоп, он в вирте, да? Судя по всему, да, он явно смотрит вирт. Web Dream. Будь мечтой мечтателя. Так, ну-ка. Вымогатель. Сейвимся. Можем ли мы, интересно, оттащить его, когда мы его держим? А в смысле? Там перед ним кто-то стоял, что ли, получается? Окей, кто-то испугался, но подумал, что это, видимо, наши внутренние разборки, и решил забить. Тащим его куда-нибудь назад.
Ну-ка, цели стелс-раннера не провалены? Сейчас, секунду. Ой, не так. Да, да, они провалены. Чувак загорает. Мне кажется, наша цель где-то на втором этаже тут тусит. Топорик. Сейчас его можно кинуть? Да, его можно кинуть, слушайте! Интересно, это будет скрытым обезвреживанием, как так думаете? Блин, нам немного технологий не хватает. Черт. Что у нас там сообщение? Оно мы это читали. Спасибо. Окей. Чуваки, да? Нойс. Это у нас матриарх какой-то. Тихо. Камера спокойна. Так. Бывает доступ к основному функционному устройству, в том числе позволяет отпирать, запирать дверь, также включать и выключать камеру. Тоже посмотрим, как это работает. Джеттеро. Камера второй этаж. А, ага. Можно тут приближать и уменьшать. Тут реклама очередной порнухи. Вон там еще один чувак стоит, понял. Так, хорошо. Этого мы можем завалить тоже. Еще лучше пробраться мимо, правильно? Вон там еще чувак есть. Прям очень много чуваков. Нет, это... А, ну там я... Так, какой-то стриптиз смотрит, окей. Еще есть кто? Вроде нет, правильно? Камера теперь... Ага, понятно. Я могу теперь отключить ее, правильно? Да, вот я могу выключить ее. А на сколько это работает? А, навсегда, понял. Так, спокойно. Это новости на 50. Выбросил сюда. Тихо. Ты ничего не видел, парень, окей? Я вас потом как-нибудь развалю. Попозже. Кстати, это... А, ясно. Ничего не видел. Он не вирти, это проблема. Так, спокойно. Суан. Помогатель, да, еще один? Один? Ну, вот это хорошо. Сейчас попробуем его завалить. Хотя, блин, наш пацифист, да, точно. Ориентир. Модификация пистолетов револьверов. После попадания в голову уменьшает разворот пули на 4% 5 секунд. Ну, прикольно. По мелочи. А, вот окно. Понял. Ход куда-нибудь есть? Ход пока не вижу. Так, у меня на L фонарик, правильно? Правильно. Ух ты. Что такое? Мышиные ставни, нет питания. Мы можем это питание, получается, подать, да, как-то? И, допустим, покинуть корабль отсюда. Так, а, нет, вот. Да, окей, давайте пробуем. Взламываем. Такой очень-очень обучательный курс сейчас. Так, БД извлекает евро-доллары, извлекает евро-доллары, компоненты для скриптов. Извлекает скрипты и документацию. Е9, Е9-1С. Ну-ка, Е9. А, нет, вот, Е9. Е9-1С. Все, без проблем. Да нет. Терминал мы, допустим, нашли, но что это нам дает? Ужастик смотрит дверь. Вот еще промышленные ставни. Тоже без питания, да?
Музыка, конечно, орёт так, что нас, в принципе, не должны замечать. Сеймся. Кто? Вспомогатель? Так, ну за его спиной есть чувак, правильно, который там сидит вон. И у нас палит. Если мы вырубим его, то у нас сразу вынесут. Вопрос. Как мы глубоко можем пройти? Happy hour. Найс. Так, у меня есть подозрение, что какую-то стенку здесь можно ломануть, как будто бы. А, тут дверь, кстати, которую могли бы открыть, сразу сюда пролезть, правильно? Бумеранг. Модификация метательного оружия. При обезвреживании попадания в голову врага метательным оружием можете сразу вернуть сверху. Прикольно, кстати. Давайте поставим на такой. Можем? Кровопотеря. Бумеранг. Почему нет? Так, вот сделаем. Чтобы, если что, мы ушли отсюда побыстрее. Да-да-да, почти на месте. Очередная дверь запертая, правильно? Там терминал на той стороне. Силу открыть тоже не можем. А жаль. А жаль. Вот это уже я понимаю. Уже ближе к Адаму Дженсону происходит действие. События. Пока я, правда, не понятно, как сделать так, чтобы у нас пистолет был полностью незаметным. Можно сделать. Чини врагов. Понял. Ты один? Допустим, вот опять посмотрим, как много врагов он привлечет к себе. Там еще один, допустим, стоит, мы видим точно. Что было? Кто-то как будто выходил, знаете, с этим, с каким-то глушителем. А, это он. Сэр не может уйти дальше. Нойс. Еще один. Где-то рассёба. Нойс. Отлично. Посмотрим, кто куда пойдет, и будем вываливать их. Он был в той комнате, там чувак качается. Окей, значит мы в теории можем развалить вот этого. Потом того, а потом самого Сёба убить. Так, он уходит. Спокойно. Этот превозвращается на свою позицию. Ладно, тот чисто в этом... качалки, находит другую комнату вообще. Понял, удобно, удобно. Мне бы какой-нибудь инвиз, честно говоря, я был бы рад. Так, это тоже куда-то уходит. Это в глубину комнаты ушел. Там тем более окно еще есть, надо быть готовым к этому. Это стоит спиной к нам. Так, тут спиной стоит. Давайте попробуем быстренько сделать вылазку. Быстро его вывалим. Тут по кругу ходит. Шо, давайте быстро. Ты ничего не видел. А, чувак так краем зрения нас заметил, видимо, так что нормально. Складываем тело. Не-не, плохо легли. Плохо положили тело. Приляг. Отдохни. Теперь давай этого качка вынесем. Блин, как раз хочет отвернуться, кажется. Будешь творачиваться, нет? Нет, значит нет. Оп, нойс. Я еще на F хочу постоянно поднять тело, как бы дизондрить, кажется. Точно, мы весь этаж зачистим, потом убьем этого урода в стиле маньяка с топором. Напробуй, кстати, в бошку мы кинуть, посмотреть, что будет. Тоже опять потренируемся, как работает оружие ближнего боя в данном плане. Все, приляг. Ничего нет? Пустой? Ну ладно.
5. Чувак идет, значит, мы идем развалить пока остальных, правильно? Вроде немного осталось. Ага, понял. Выключить. Сейчас я сейчас играть. 95 тело, кстати. Читать все будем потом. Да, вот тут вирты снимали, кого-то убили. Есть один. Хорошо. Поубивал бы всех нафиг, знаете. А можно... Можно меня вырубить, алло? Народ! Чё, не перепутали? Блин. Спокойно, спокойно. Быра-быра-быра-быра, давайте в соседнее помещение вытащим. Играми хочется убить всех сейчас здесь. Зачем можем получить пацифиста, а потом убить всех? Это план. Так, все, легай. И есть что? Пока живой, да? Тебе повезло. Упырь. Пер 70 Night City. Просто разделали под ноль бедолагу. Ладно, ладно, мы справимся. Сейчас, чувак, смотри, куда встанет, и мы после этого завалим сразу чувака, который нас спалил в первый раз. Смотри, того окна будет стоять, нам это неправильно, нам это не подойдет. Какой ты резкий, капец, быстро замечают. Их же немножечко раздражает, что музыка в игре, она сразу начинает тревожно становиться, хотя тебя еще не заметили. Давай, 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 уходи, уходи, курилка, блин. Давай, 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 вали отсюда. Я должен вырубить всех, а потом убить тебя. Еще мощным ударом. Все, он уходит, понимаешь. Берем эту Сандре. Спасибо, я понял, почему я не мог пройти, потому что она... Нокаут. Сон, посмотрим, что делает нокаут. Но я просто спрячу тело, пусть поваляется. Давай. Теперь это мразь. Во спальне? Ага, кайф. Да в смысле? Что-то было? Я рассеялся, давайте грузиться. Почему я не попал? Интересно, а если мы встанем, мы попадем по голове, и это будет считаться ударом из скрытности? А, блин, мне же не нужен удар из скрытности, мне нужен удар тупо по голове. Да, да, да. Кафейлы продолжаются. Местами. Ну такая серия стелса, прикольно. Привет, Найт-Сити. Как обычно, то ваше дело, это мое дело. Сегодня мы рассмотрим подкаст. Мы хорошенечко накачаем все, что можно накачать. Да твою... Медь.
Конечно, к нам сразу все побежали. Естественно. Ладно, давайте просто завалим его. Походу, я пробую сейчас кидануть него топор. Посмотрю, как, по какой траектории он летает, в принципе. И если не получится, то просто завалим его, ну, как это, с захват. Оставить ли го... Ладно, не успел. Привет, Нати. Как обычно, то ваше дело, это мое дело. Ну-ка. Вот так. Хедшот. А, под свист нам не дают? Ну, честно говоря, пофиг. Панковские кеды, архивный диалог. Почитать. Дютор Сёба, приезжай, надо забрать тела. Из Холодоса? Да. Окей, завтра заеду. Благотыни как раз будет кремация, заодно закину твоих. Просто забери их, остальное мне неинтересно. Понял. Ну, ребят, значит, если нам подсовиться, мы провалим в любом случае, я думаю, эту мразь нельзя просто оставлять живых, однозначно, точно, то мы идем и начинаем убивать всех, почему нет. Тут что? О, тут у нас? Стрикс. Повышение. Ууу. Фига себе. Юнити уровень 3. Стремление уровень 3. Модификация снайперских целевых винтовок. Взятых звуконосов при стрельбе на 25%. Не понижает скорость при использовании тяжелого оружия. Незначительный. Прикольно. Дерымплан. Замедляет время на 20% на 2 секунды, когда у вас остается меньше 25% здоровья. Клево. Сенген. Умный пистолет-пулемет. Евро-доллар. Ну-ка, давайте-ка этот. Поставим наш пистоль. Где он, юнити третьего уровня? Это же юнити? Юнити? Я его взял. А где он? Я его не могу взять, потому что у меня уровень не хватает, или как? Вот, уровень один. А где мой юнити, который я подобрал? Мощный? Или он сломанный вообще? Не понял. Только что же видел юнити уровень 3. Очень странно. Ну ладно. Такое прицел плюс. Попробуем вот так сделать, потому что будет... Индикация несовместима с предметом более низкого уровня. А, понятно. Но я же только что поднимал. Я где-то поднимал только что. Пистолет третьего уровня, юнити же здесь был. Я же его не просмотрел, я точно его видел. Или я нашел, то есть, допустим, может быть, блюпринт, то есть чертеж к этому предмету. Странно. Создание. А, да, вот, юнити третьего уровня. Дискомпания третьего уровня требуется. Ладно, ладно. Ой-ой, игра же залагала. Игра хорош лагать. Это, кажется, мы уже читали, да? Да, читали. Давайте еще пройдемся там терминалом о нем. Потом пойдем убивать всех вниз. Раз пошла такая пляска. Включиться. Почему нет? Взламывать их очень просто. Так. 55-55-1С. 55-55-1С. Еще один С. Прекрасно. Халявные деньги, халявные скрипты. Почему бы и нет? И игре. Интересно. Ты еще живой, да? Ненадолго. Чем мы устроим здесь, блин? Кремацию всех и вся. Точнее как? Расчлененку. Представьте, да, приходят члены этой банды и находят всех своих товарищей с отрубленными головами. Кстати, я думаю, даже можно сделать так. Ща. Любите убивать людей, да, уроды? Бляк. Ща. О, такой прицел кажется лучше, но на самом деле может механически все-таки лучше, потому что желтый на желтом... А, у меня был красный на красном фоне, а тут желтый будет. Ну, допустим, прицелимся вот так вот, то точку более видно, более контрастно видно. Бляк.
Хорош. Ты что, не попал, что ли? Все, хорошо. Хорошо. Так, что такое? О, охранная турель, нифига себе. Прикольно. Тот человек, конечно, обложился всем подряд, чем мог, правильно? Чиню врагов, спасибо, не надо. Холодос тоже не надо. Выйти из клуба. Так вот. Давай, давай, ты что-то слишком довольный здесь. Все, отлично. Идем дальше. Это очень злой вид Дженсен. Как будем выносить их? Хотя нет, пусть эти наоборот как бы остаются. То есть они же все не в курсе происходящего, логично. А мы просто спускаемся вниз и радуемся жизни. Я бы, конечно, кого-нибудь из них постарался забрать. Снизу тоже бошки поруем. Отдохни. Ты, блин, ведьмак. О, смотрите, он какой-то синт. Так вот. Так вот, замечательно. Визуальная чаша. Мусор. Можешь так гранату закинуть? Я, в принципе, не против. Все. Вышли мы из клуба. Охота на чудище выполнена. Причем, кажется, сегодня родилось новое чудище. Одной тварью в городе меньше. Супер. Спасибо, Ви, закрываю заказ. Без проблем, Реджина. Добавляй мне побольше таких уродов, мы с ними разберемся. О, 3000 накинули, денежки есть. Обзавелись. Обзавелись уже деньгами, хорошо. Ты там? Да, к тебе обращаюсь. Получаешь от жизни все, что хочешь? Дай-ка угадаю. Старые соевые чипсы, ржавая вода из-под крана. Блин, так можно поиграть. Опять кого-то зарезали? А что если у тебя появится шанс все изменить? Просто реклама. Сбежать просто реклама плюс. Далеко. То есть реально целый канал под и рекламу. Начать собственный путь к последнему рубежу. Отправь слово «космос» о, на 7299 и получи шанс выиграть недельную путевку на двоих в Хрустальный дворец. Понятно. На платных смс-ках. 5 бассейнов. Аппаратура для брейн-дансов и лучшие повара. На платных смс-ках растут чуваки. Так, а сесть нельзя? Надо посмотреть, как можно сесть. О-о-о-о! Нифига себе, блин! Это мы вышли! Че это было вообще? Кто вы, блин? Вымогательница из тигриных костей. Фига себе, конечно, офигеть, как раздолб... Ё-моё, дробовик! Как с этого дробовика стрелять клёво! Ребята, я доволен, как просто, не знаю кто. Там на Сигуре. Потом продадимся, а дрободан я, пожалуй, хочу модифицировать. А в него нельзя пихнуть модификации, обидно, обидно. Мы ещё можем киберпланки доставить, да? У нас уже... у нас уже много киберимплантов, да, получается? Как посмотреть, что у меня вообще есть? Ноги, допустим, нету. Кожа. А, нужно посетить рипера, чтобы вставить. Это? Посетить рипера, чтобы улучшить имплант. Этап меню скриптов. Ну, окей. Посетим рипера обязательно.
Давайте на этом заканчивать. Мы довольно эффективно, хоть и медленно пролазили по клубу, убили у одного урода. И в принципе у нас нет больше этого. Нет больше требования к скрытности, то. Почему не зайти еще раз сюда? А? 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 Давайте перед концом серии быстро забежим, добьем остаток уродов. Одного просто вырубим и оставим лежать. Пусть вот отдыхает там. А, окей, это обычный житель. Я же подумал, что это враг. А, интересно. Где там это был вход? А вот, то есть у нас плюс туда нам. Да, правильно. Там место. Просто в бар можно зайти без проблем, правильно? Еще один стоит чувак с охраной. Понял, понял, сейчас приду. Видимо, всех гражданских распугало нашим вырубленным охранником. Ой-ой, какой-то опасный. Блин, сойдет? Хорошо. Что, мы сейчас его обойдем быстренько. То есть почему-то тень стелс-раннера провалена, но, казалось бы, мы же ничего не делали. Ну и пофиг. Ой, мы ногу отрубили. Печально. Хотя, кажется. Все, минус башка. Чуваки сверху что-то хотят от нас, нам уже без разницы. Сейчас к ним зайдем. Добить чуваков. Пасть голову не так уж и просто, да, получается? Сюда. Нифига себе, прикольно. Что, хребет сломали? Клево. Все, успокоился, да? Да, там успокойся. 330% дневной нормы. Давай, давай. Все, дело сделано. Продолжаем, чистим, нас не слышат, это хорошо, это радует. Ты парень. Проверим. Ай, да пофиг, иди сюда. Что это? Где он? Мимо сломанный, да? Ну все, давайте уходить сюда. Щитцова. Тут на что? Технику надо разок качнуть, чтобы открывать двери на халяву. О, починка. Здорово, уроды! Как жизнь! Ай-яй-яй-яй, спаем немножечко. Ай-яй-яй-яй, меня сейчас завалят здесь нафиг, меня завалили. Да, я кривые подкаты, пока если я в них не понял, как это работает. Давайте КТ загрузим. То есть в Titanfall я бы сейчас выжил и убил. А, видимо, тут надо как-то заранее нажимать. Как раз я до часу и доведу в серию.
В общем, тренировочная серия продолжается. Мы медленно осваиваем киберпанк. Ну вот, смотришь, здесь никого нет, родной. Есть, кредитный чип, найс. Это ты. Если была девушка, да? Перхэт. D5. Да, он не сразу под кат уходит, в отличие от, допустим, Titanfall'а. Все, ну теперь точно все. Да, давайте двигаться дальше. Продолжим в следующей серии. У нас тут дофига всего интересного. С Джеки встречаемся потом. Сначала сюда пойдем за нетранерами. Вот. Заказ для Реджины завершили. Еще заказы, вон много их. Да, офигеть, сколько всего дел. Много дел будет у нас. Будем продолжать работать. За всем с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока. Black hole.